Эти продукты мы закупили от тренера Дженнабель. Все эти продукты мы передали бабушке Галине Петровне. У нас проходит благотворительная акция в городе. Это вот пакет продуктов вам передает такая женщина Дженнабель. Она занимается благотворительностью по всему миру. Она помогает бабушкам, матерям одиноким, многодетным семьям. Такая женщина обычно с любви, доброты, по помощи людям, особенно сейчас такое тяжелое время. Ну, большое спасибо. Самое главное, дай Бог ей здоровья и вам здоровья. И чтобы все было прекрасно у вас в жизни. Все сложилось хорошо. Бабушка очень благодарит Дженнабель за благотворительную помощь.